Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала. На обзоре монета Республики Казахстан 1 тенге 2004 года. Денежная единица тенге была введена 15 ноября 1993 года. Данная монета относится к второй серии, чеканилась в период с 1997 по 2012 год. Давайте ее рассмотрим. Начнем с реверса. На реверсе цифрой 1 номинал, ниже надпись тенге, в нижней части монеты по окружности изображен стилизованный национальный орнамент, состоящий из растительных элементов. Давайте посмотрим аверс. Перед нами аверс монеты, ориентация монеты медальная. Художники и аверса, и реверса: Евженко, Золотухин, Байтаков. На аверсе изображен герб Республики Казахстан, который был принят в 1992 году. Герб представляет собой изображение шенерака, верхняя сводчатая часть казахской юрты на голубом фоне. Вверх от шенерака исходят уики, опоры в виде солнечных лучей. С двух сторон они обрамлены крыльями мифических коней тулпаров, а вверху, между которыми, изображена пятиконечная звезда. В гербе Республики шанерак – это образ общего дома всех людей, проживающих в Казахстане. А счастье внутри него зависит от благополучия каждого, как прочность шанерака зависит от надежности его уиков, опор. Шанерак не только похож по форме на небесный купол, но и по отражению в сознании людей является одним из важных элементов жизнеустройства. Шанерак – это символ отчего дома, а в более широком понимании – мира как вселенной. Дуги внутри шанерака «кульдереуш» означают единство трех жузов. Ниже под гербом лента с надписью «Казахстан», внизу монеты «Год чеканки 2004», вверху по окружности монеты надпись «Казахстан Республикасы». Монета сделана из небраса, чеканилась на монетном дворе Усть-Каменогорска. Диаметр монеты 15 мм, толщина 1,3 мм, гурт, гладкий вес 1,63 грамма. Цена монеты от 2-3 до 5 гривен. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.